Еще раз добрый день, дорогие господа. Итак, Равель Бессендорфер, о котором я говорил. Ну, я буквально сыграю по несколько кусочков. Тут не обращайте внимания на мою игру. Тут очень важно оценить именно звуковые качества. Значит, еще раз хочу повторить, что Равель Бессендорфер имеет огромный динамический диапазон. Это его фирменный знак. То есть от пианиссимо до громобойного буквально форта. Поэтому сейчас давайте я буквально в каждом регистре немножко поиграю, и вы просто оцените его звуковые качества. Ну давайте начнем с чего-нибудь такого. Ну, уже сразу видно, что это настоящий рояль. Фумата. Thank you.
допустим, Thank you.
что спасибо огромное. По-моему, вы получили полное впечатление о звуковом диапазоне рояля Бензендорфера.